кричим. Все, вот этих это. Все, все, внутрь. Вы задержал один внутрь, гаси его. Один окнулся. Дальше, сват, дальше продвигайся. Я говорю, у них было этот. Собрание что-то. Тёма Котов стоит, ребят, его это посторожите. Тёма, это Тёма этот. Я сейчас его лично повяжу. Захожите. Нацелись на него, да дальше пробегите, там может они есть в пред в маске. Ребятки, давайте. Ребят. Не. Тихо. Маску ничего ему давай, давайте на АФК. Когда человек АФК нельзя ему ничего делать. Я вот озеро в Ленин раз был сержантом, так взял все время. Ребят, я застрял, что-то не могу двигаться. А что нам два гражданских делают? Это ФБР, отгоните аккуратненько машины. Машины ФБР отгоните. Асфадающего. А ОПД вытащите Русакова на него. Ну, 538-й вид открыть. Поймали этих. Надо вот Лизак, посмотрите, Лизак может. А, Дон, ты вчера храпсил, когда допрос вел? Нет. А, Лидак, кстати, у нас. Лидак в ранкере ФБР. А, ну все, вот. Лидер есть. Лидер следи. Ё-моё, слепой. Так что же его... В ранкере ФБР тут... Роман Каприн, Борис Северов и наши два ФБРовца Маркус Риверс и Дэнни Купер. Что? Какую-то они с нами ехали, ё-моё. Кого? Обыскали, на него Русаков чистый. Чё, кто будет допрос вести? Бля, я в маске бегаю. Он на ранчер. Да, как раз. Парни, тут девятка в машине сидит, а в ОПД берите. Тихо, я восьмерочку тащу. Я девятку обыскал. Вову вы так делаете. И Джон тебе написал, Сань. Ебать, сколько их ведет, даже там за лидером их меньше людей. А вы за этим восьмеркой. Это, отгоняется, вот где Борис Северов сидит, отгоняется эту машину. И с лидером, это что, группа хорошая, там могут перехватить вас. У нас ребята, два девятки и одна девятка. Ребята. Тёма, вот, грузовик свата, у нас три... ВУСИ-5 грузовик, у нас три человека, плюс этот с нами поедет. Вот, садитесь его. ЛРПД, у вас тут две машины с РМовцами, без водителей. Да сейчас, садите, пожалуйста. Ну какая-то, садите в пустые, ё-моё. Сейчас уже. Тихо. Данил. Я к этому, я сюда сажусь. Удержишь, что-то залез. Да, блядь. Сват, давай, садись за руль. Что творится, а? Стой, а где этот Тёма? Куда его выкинули? Садись, я его посадил, его выкинули в банду. Всё, да, поехали. Всё, заебись. А где Лидак? Кого Лидак сидит? Лидак первый ранчер сидит. Первый это ранчер. Не Лидак. Лидак Борис Северов. Борис Северов, это Лидак. Ты чё? Ребят, проверить его на наркотики и оружие. Подожди, ранчер, стой. Да не у Русаков я его проверил, нет наркотиков. Кто? Борис, блин, я сказал ему не ехать. Да раньше вернись обратно, дебил, блядь. Это тот, который Маркус за рулем? Кто там за рулем? Пиков, кричи, чтобы он тормознул, он что, дурной, он один не доставил. Маркус Риверс, восьмерка, ну, а восьмой иди у нас за рулем. Гаврилов, блин, говори ему, чтобы тормозил, что сидишь?
Это Маркус, Маркус какой-то, блядь, старший агент в ФБР, ребят. Я им выговор даю, короче, и понижаю. Да не надо, ребят, нормальный он, пацан. Он за... Да, где? Блин, если бы он нормальный, он бы не тупил бы, сидел в РК, ё-моё. Так, давай, Дон, едь, мы за тобой. Потому что там половина патрулик еще осталось у Сосника. Будьте готовы. Ват, не думай, это залупа, ват, нет. А кто его убил-то, а? Марка. Я там Яки еду, две машины Яков. Да не ссыте, не ссыте они в порт, ё-моё, ну нафиг. Они могут подрезать спокойно. Ну пусть режут нахуй потом. Ребят, около моря вообще не едете, около пустыни да, есть со стороны. Они со стороны подрезают. Которые сзади машины едет, идите от нас, уедете. Они сами себя подрезали, он одна улетела. Им срать, наверное. Ну и дебилы. Не, в любом случае для страховки либо посередине моста, либо там, где оно безопасно. Да не, сейчас такие лаги, что, блядь, Макс, если ты специально едешь, ты подрежешь. Ты делал. Но уже было поздно. Раньше, не отставай, мы за тобой идем. Если ты не довезешь его, на повороте тормозите, на повороте притормозите, пожалуйста. Я хочу. Ребят, а как называется эта ситуация по РП, типа? Ну это зачистка как бы. Зачистка? Ну да. Окей. Там это, отсеки просто в шоке. Ну, по идее, ты не должен враться в этом докладе, потому что это спецоперация. Табу, вообще бесполезно. Напишите кто-нибудь в F-рацию, если кто-то скажет вообще слово «облава», того увольняют, хоть ты будешь первым. Ну вот, первым, табу увольнять уже. Блин, у меня краснулось, походу. Клал. Я думал, не буду. Облава, облава, В-фрацию написать, облава? Да, все флудят, такие сержанты, В-фрацию, облава, кто облава. Там, кто там сзади стоит с ФПД? Вот ты чё тормозишь? Иди, едь вперед. Ай, ладно, насрать, Тёма, давай. Кто там отстал с РМовцем на повороте, ВСР? Не знаю. Выкидывай его, выкидывай его. Давай, сейчас зарезим туда руки. Ну, проезжай, 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 дальше, Маркус, ё-моё. Открывайте эту машину. Вот, 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 вот. Проезжайте, ну что вы меня ждете? Машины паркуйте аккуратно и выводим их. Наручники на него одень сразу. Аккуратно паркуйте машины. То можно было аккуратно, только не бейте. Как свинья, как свинья стоит. Паркуйте машины, как свинья. Так наручники поодейте. Да ты бэшьте, да бэшьте, давите всех. Наручники-то одеть на них, надеть. Сейчас у тебя права отберу, 342-й, ты тебе нормально здесь не умеешь. А будто идиот, я сейчас ливну. Ты можешь, блядь, в ВВПД патрульку не садиться, блядь? Додик, я его сейчас даже не вытащу. Наручники надо. JC нормально води, ты дебил, понял? Да в наручники ты их, алло. Дайте этому. Я не могу надеть наручники, потому что много. Ангуф и Гуф, напишите. Дон, глуши его, отойдите. Ват, отойди. Ват, отойди, пусть это заглушит. Отойдите от меня, ё-моё, прям по хребту ему, блядь. Рому Барока отойди. Вытаскивайте, чё вы стоите, блядь, на одного смотрите, быстрее. Отойдите от меня, чё вы стали-то? Назар, отойди от меня, я не могу оглушить их. Я не могу их оглушить, отойдите. Это реально доди какой-то. Рому Барока вытаскиваем живее, ребят, ну чё тупиться-то, ё-моё. Надо в турец бежал, блядь. Ну чё, Маркус, отойди, а. Да, Маркус, отойди, ты достал, блин. Он не в РК, скажите ему. Пусть без наручников идет, Дон, потом в офисе наклеен на него. Они не могут второго двигаться, глушите. Макс, некоторые. Все, двоих ФБР глушите. Пропуска сразу выдавайте. Отойдите, 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 ребят. Все.
Дим, отойди 538-го лошадь. Данил, где это вся хорма? Вот Данила Русакова вообще долбите в очко, он вообще такой дурак. А мы можем. Это, Алекс, давай, короче, к ПРП опустим до петушков. Как тебе идея? Давайте кто не в РК не будет тут стоять, смотреть. Долбанить этого Русакова. Такой бред вообще. Какого хрена? Да. Долбаните Русакова, ну уж слышите меня или нет? Где он, блин, что за херня? Тёма, давай где этого Русакова сюда тащи. Джей, он ломай его нафиг. Отойди, Джей Караска, отойди. Сват, отойдите вот на газончик, блядь, встаньте. Анимку 62. Заводите нам на газончик. Будем благодарны. Отойдите дальше. 4 человека. Да, блядь, зайдите в офис проще, и все, половина. Нахуй. Все. Нормально. Подожди, давайте по одному, может, будем заводить, я не знаю. Ну, хотя сейчас. Стой, вы им пропуски дали, нет? Пропуски дали хоть, нет? Ну, по-моему, да, ФБР же стояли тут. Просто всех наркотики сразу проверяем по очереди. И все. Кто вот не в РК, заходите все, не заходите все в офис, пожалуйста, блядь, сейчас такое мясо будет. Врач, напишите, кто не в РК, не заходите. Откройте ФБР дверь. ГНК, начинайте обыск. Спускайте и закрывайте. Начал. Ребята, кто-то один поедет со мной на проверку. Да куда Сват побежал толпой? Агенты ГНК, пусть сейчас находятся в допросной. Все выйдите, потом и идут люди, которые занимаются допросом. Ё-моё. Честно, я сейчас всех разгоню нахрен. Парни. Угу. Парни. Этого Денис, как его? А, Борис Северов не допрашиваем. Почему это? Почему? Так Минец сказал. Не знаю, может он сам хочет, сейчас придет. У кого отыгровки нету на наркотичке, выйдите за вон в окошко. Подождите, вот Джим Айс, Свободин, потом кто? Всех да выпускали. А эти ГНКшники. Нормально. ГНК, только вы не говорите, что вот и у него наркотики, как увидите, РП отыграйте, что нашли. У кого наркотики? Вот это сейчас проверим. Ребят, лидер убегает. Смотри, как он убегает? Ну вон он. До свидания написал, привет и ушел. Так-то это да ушло на РП, нет? Вот так, фак. Да, его пропустили. Хуяли вы его отпускаете, не пойму. Смотри, отпустите меня. Отпустили меня, лол. Кто его отпустил? Ты него не отпускал, он врет, блядь. Короче, я сейчас смотрю, кто ему наручники снял, и пиздец этому. Так, у кого нету наркотиков, ничего, а их отпускают, да? Я снял наручники, он попросил. Пацаны, но у кого нет наркотиков... Ну, можно их еще допросить. Так как, типа, он лидер, он попросил снять наручники. Нахуя ты с него наручники снял, ты что, дебил? Стой, смотри, оставляем только лидера, потому что у нас лидер, мы должны его только допрашивать, а у кого наркотиков нету, их отпускаем просто. Что за бред вообще? А ну, есть да. Доказательства? Да этих можно все шавок, блядь, уже в КПЗ увезти. Давайте Каплина и Рома. Ну я им всем дал 6 ЗВ с причины следствия, блин. Ну и пусть уходит отсюда. Вот, пусть уходит тогда. Если я дал просто... 6 ЗВ. Все, ГНК, выходим. Обыскали, ничего не нашли, выходим. Сейчас остаются директора, глава СВАТа, вот эти люди. Который будет заниматься допросом. Все. Все, отлично. Вот, через окошко, смотрите. Паспорт взяли мне? Я? Профиль.